Say something. What's going to say? The birthday of your father. What do you want? What do you want? Jag fyller min pappa år. Ja, det Du kan inte ta sjunga nu. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i hundrade år. Ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva ut i hundrade år.
passes by, just keep right on walking on down the line. One day she'll come and I'll reach for the stars. Yes, I'll try to love again. Things make you happy, things make you sad, warm as an angel, or cold as ice. It's a game that I wanna play. There's a chance to win or lose it all. Now that I've given you all of my heart, I know there is someone who never cares. And though it seems I was wrong from the start, oh, I'll try to love again. I know there is someone who never cares. Oh, I'll try to love again. Ты любишь телефон, но ты нельзя. Music fill my
такой собственник вообще. Представляете, если он будет свой дом иметь? Он нас домой никогда не запустит, в свой дом не пригласит никогда. Да, Жабах? А? Не пригласишь? Или пригласишь? Иногда, да? Бахтияр тут сайт себе делает. Только здесь его сейчас не видно. Мигает все. А тот компьютер, Бахтияр, наш монитор, не мигает, когда я его снимаю. Картинка вот так вот не мигает. What is this? I can make now. Can't? Это открытку подписала. Welcome to Boliden. Добро пожаловать в Boliden. Это когда мы сюда только заселились, она нам на Василия сделала. Эти шторы кем-то мама подарила. Луковицы. Лиловые тоже. Беги. А, давай беги вперед. Камеру. А, давай вперед, беги, я тебя буду снимать хоть. Это Фроген парк. Фроген парк. Вон там по центру стоит обелиск. Сейчас поближе подойдем. О! Маленький дед, это фрукт? Мухаметка! Там тоже, видишь, маленький. Ага. Не знаю, запустив солнце, получится. Классно здесь, да? Ага, смотри, ой, извини. Харин, смотри, сколько уточек сидит. Видишь, на берегу.
Интересно, лебеди здесь есть или нет? Не видно. Мы с ним потом можем так. Мухаммедка говорит, вон островок маленький, сними. Где? А, уточка. Вон она поплыла. Спряталась. Рассерженный мальчик называется эта скульптура. Очень они похожи. Видно, что один мастер. Ой, смотри, сколько их было, смотри, сколько детей. Ты видел вон? Где? Вон, ага. Четыре ребенка держит. Ага. Сейчас мы отец героин, да? И всех раскидывает что-то он. Не, они, наверное, падают. Видишь, один вот на ногу упал. Обожаю эту сорта. Я малину обожаю. Тут сорта роз называются. Роза романса. Пустроза. Пустроза. Там колос. Там тут золото, красный. Ой, какие только нет. Ага. Яркие такие розы. Мухаммедка, далеко не отходи от нас, хорошо? Может, сядем, покушаем вот там? Я ему скормлю банан. У нас ватрушки. Продолжение следует...
Смотри, видишь? Видно тебе? Видно тебе, радуг? Открой глаз. Открой глаз. Смотри на водичке радуга, видишь? Вот так, вот так. Смотри. Ты видишь или нет? Опа! Попал? Иди сюда, Вовка. Вовка, посмотри на эту Венеру, помаши ручки. А Мухаммедка где? Вот он, Мухаммедка. Ты что, овечка, что ли, травку щипаешь? Вот бежит вдруг так, говорит, любите, любите. Я его вот так обнимаю, говорю, за щечку. Значит, надо это дать щечку, чтобы вот так прижался. Ой, не могу. Какие нежности кидачи. О, обелиск. Она, его надо, наверное, издалека снимать, чтобы рас... Ага. Без имени не получится. Ну, что это там, рук, ног. А Вовка сразу к воде. Рыбка же неравнодушена к воде. Я просто поражаюсь, сколько надо работать вот надо вот этим. Это же камень. Все это из камня ваять. Да. Мне интересно, сколько лет ушло на это. Надо вон там почитать. Пойдем почитаем. По-моему, написано. По-моему, должно быть написано. Народу столько. Наверное, это что-то спадка скрывается. Может быть. Только туристов. Вообще этот парк славится же на весь мир. Конечно, такого другого нет. А я как-то познакомилась с одним американцем в интернете, и он меня спрашивает, ты где живешь? Это еще когда мы жили здесь. Я говорю, в Норвегии. А от Осло далеко? Я говорю, ну, где-то 90 километров. Так он говорит, это... У вас, говорит, там парк был. Ты была, говорит, в этом... А я и понятия не имею, что за парк. Дети на маме едут. На лопатках стоит он и она. Видите? Или две женщины стоят на лопатках. Тут против солнца я снимать не получится. Thank you.
Которая? Ну вот это посмотри, они сидят нос к носу. Здоровые. Ага. Наверное, норги раньше такими и были. Не, ну вообще эти цветы был и талон красоты полный. И в России тоже были. Считалось, это если ты худышка, это плохо. Поцеловать в лобик. Хаметка устроился так удобно, да? Пойдем, Мухаммед, в ту сторону. Мухаммед. Да, тут пока все обойдешь. Мальчики что-то увидели. Самолет летит, да? Самолет увидели. Вот она выпили, почему-то почти ни у кого лиц нет, они все как бы внутрь прячутся. Угу. Что бы это значило, что хотел автор сказать. Я не знаю, но страдания такие на лицах. Мерзлённая любовь. Дерущиеся пацаны. Видела возня какая-то. Ага, пацаны, говорю, дерутся. Куча мала. Там девочки о чем-то шушукают, видишь, стоят рядком. Ага. Oh.
Я это уже снимала, по-моему. Надо вон туда пройти. Там старики. Ага. Старушки. А эти дерутся, мужики, что ли? Старик с умирающей старухой. Не, ну, там дети были, а здесь вот уже старики. Ага. Там молодые со стороны. Ну, бабуськи. С обвисшими животами и грудями. Две подружки, наверное. Это, наверное, мать с сыном. Да, наверное. Что-то правда жестокие. Скейтер, роллер, собирается. Угу. Повоображать собирается на своих этих. Здесь, видимо, дорожки. А как определять, как, который час? Пусть тень проходит.